Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии в Брасловском районе. Там автомобиль слетел с моста в реку. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего протаранил ограждение и упал. Со слов очевидца, два человека самостоятельно выбрались из тонущей машины. О судьбе третьего пассажира ничего не известно. Поиски девушки продолжаются.